Неплохой сезон у клуба. По результатам они постараются остаться в этой лиге. Ну и, кто знает, может быть, даже поборются за путевку выше. Знаешь, впереди еще столько же игр. И будем надеяться, очков они подзаработают все-таки побольше. Отобран мяч. Надо возвращаться. Позил. Лам. Модрич. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Санчес. Нет, не удержал он мяч. Защитник не позволил. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Модрич. Хорошая передача. Хорошая подача, но защита на чеку. Тут надо было просто вынести мяч, что защитник и сделал. Детская ошибка. Просто подарил он мяч сопернику. Задавить решил хозяев. Наставник гостей дает указание на жесткий прессинг по всем направлениям. Ну и главное, чтобы сил хватило, а то так и себе можно гол привести. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Блестящий отыгрывал сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отличный навес. Месси! И голкипер головой наносит удар игрок. Оригинально сыграно. Мяч остается у них. Какой шанс! Классный отбор! Молодец! Позил. Отлично. Он накручивает соперник. Месси! Гол! Открыт счет в этом матче! Великолепный удар в касание, причем именно что нацеленный. Видно, что он хотел отправить мяч в правый нижний угол. И именно туда точно его и отправил. 1-0 в нашей игре. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Лам. Тренер гостей дает указание накрывать соперника прессингом. Возможно, он считает, что у них слишком много свободы в передвижении и в передаче. Выбили. Свисток штрафной. Свистят болельщики хозяев, не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать и удерживать счет до конца матча. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Чисто отобран мяч. Позил. Это может быть опасная атака. Лам. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Позил. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Позил.
Опасная передача. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Здесь защита справляется, мяч отобран. Мяч покинул пределы поля. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Может получиться интересная атака. Вот ворот. Лам. Месси. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Все завершается неточным пасом. А могли бы что-то интересное в этой атаке придумать. Лам. Мяч за боковой линией. Тут может что-то получиться. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. И это удар. От штанги мяч отскакивает. Забивай. Какой-то, знаете, между собойчик. Терпеливо ждут они своего шанса. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Озил. Посмотрим за этой атакой. Команда готова, тренерские установки получены, можно начинать. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Модрич. В центральной зоне передачи должны быть точнее, защитник перехватил. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Дембеле. Не прошла эта передача мяч у соперника. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Перехват в центральной зоне. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Это может быть опасно. Озил. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Они забили еще один гол, увеличив свое преимущество. Гол назревал. Они лучше играли, чаще угрожали воротам и, наконец-то, добились своего. Это было неизбежно. Да, конечно, они пока выглядят намного лучше соперника и полностью контролируют игру. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Мяч за лицевой, это значит удар от ворот. Буатен. Озил. Это может быть... Какой удар! И этот штрафной может быть очень опасный. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Командный прессинг используют гости. Будем надеяться, что хватит им кондиций на такой вот спорт.
Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Все верно, края надо чаще задействовать. Отличный пас в разрез. И как пробил. Сейф, но атака продолжается. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Какая изящная передача. Мяч потерян, отличный перехват. Может получиться интересная атака. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Можно подать. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Месси. Модрич. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отобран мяч, надо возвращаться. 20 минут до конца основного времени матча. Лав. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Отлично сыграно, надо решать. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Момент! Гол! 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 Хорошо пробил низом, четко, точно вратарь с ударом не справился. Так, я думаю, что по такой игре вратаря это не последний забитый мяч. Бедный тренер. Ему, в общем-то, остается только закрыть глаза и ждать свистка. Похоже, с итогом встречи все ясно. 15 минут до конца основного времени матча. Терри. Ищут они разные варианты для атаки. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Главное, без нарушений. Тренер гостей дает указание накрывать соперника прессингом. Возможно, он считает, что у них слишком много свободы в передвижении и в передаче. Это может быть опасно. Где же удар? Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Потерял он мяч, но кому он достанется? Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Посмотрим за этой атакой. Удар по воротам. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Красиво сыграно, но неэффективно. И в разрез. Шикарно. Это может быть опасно. Ха, с такой защитой между вратарем может и не дойти.
Рамос. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Пока неплохо. Момент для удара. Промахнуться невозможно. И есть гол! Есть хет-трик. Прекрасная игра. 4 безответных мяча забито в этом матче. Все как предсказывали, неожиданность. Закончился матч, уверенная победа 4-0. Игра вышла неоднозначно. Ну, правда, если с другой... Озил. Отлично. Он накручивает соперник. Месси. Озил. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Момент! Гол! Неплохо. Момент для удара. Промахнуться невозможно. И есть гол!